Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 680. Это 30-сантиметровый инструмент с гравировочкой. Давайте послушаем, как звучит. Настроен он в тональность пентатоника или минор. Строим в 432 Гц. Для прослушивания рекомендую использовать наушники, либо хорошую акустику. Процесс, но не буду затягивать видео. Гравировочка здесь выполнена в виде древа, лепесточки тоже выделены таким серебристым цветом. Сам узор закрученный в галактику, здесь идут голубые, фиолетово синие, бордовые оттеночки. Градиентом идут по кругу, так с обратной стороны больше бордовых, янтарных таких оттеночков. Ножки из натуральной кожи. Ножки позволяют вам инструмент ставить на твердые поверхности и защищает его от царапин. Лаковое покрытие защищает. Можно на пол, на стол, на асфальт, куда угодно ставить и не бояться, что он поцарапается. Это очень удобно, потому что не нужно вам никакие подушечки с собой носить, искать, куда поставить, какие-то мягкие места. Вторая функция ножек – это звук. Вы можете поставить на стол его и играть, и он будет звучать. Тут тоже никакие прокладки уже не нужны в виде подушечек и подобных мягких вещей. Все так будет работать. Лучше, конечно, когда вы играете, поставив его на ноги себе, тем самым вы не только слышите инструмент, но и чувствуете его вибрации, которые передаются вам в тело. Если он звучит на столе, то на поверхности стола, если стоят какие-то предметы, они будут дребезжать, то есть инструмент будет вибрации столу передавать, и там будет дребезжать предметы, поэтому чтобы вся энергия инструмента переходила к вам, можно поставить его именно на ноги. Пожалуй,
все рассказал. Можно, кстати, да, на заказ выполнить любой рисунок по вашему желанию, по вашему эскизу. Этот делался на заказ тоже. Вы можете заказать любой свой, любую расцветку, любую тональность. Заходите на сайт, выбирайте vargans.ru. В описании ссылочки все будут. Если не найдете, так и пишите в комментарии. Не нашел ссылку, дайте, пожалуйста, или по-своему как-то. Я всегда отвечаю и стараюсь отвечать сразу, как только появляются комментарии. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.